Всем привет, дорогие друзья, на канале Brothers Universal. Сегодня я бы хотел вам показать болельщиков чемпионата мира по футболу в России. Болельщиков нашей сборной России по футболу, каких мы их ожидаем, против таких, которые они есть по-настоящему. Ребят, приятного вам просмотра, мы начинаем. Ожидания. Так, блин, а чё на матчне? Чё в матчне это? О, наши, да, давай. Да, наши забили, хорош. Отлично, супер. Супер, Россия, вперёд. Наши забили. Дзюба, красавчик. Дзюба башкой забил. Арабу, ничего себе, да. Супер вообще. Теперь так бы с Уругваем сыграли. Вообще супер. Просто красавчики. Вообще молодцы наши, я чуть матч не пропустил. Yes! Все, вообще, все отлично. Сегодня праздник. Реальность. А кто играет? А, наши? О, забили, о. Это чудо нашей сборной только было. О, да. Зачем вообще смотреть? О, да Дзюба забил. Да как тут не напиться? Ой, что забили? А, да в принципе, все равно. Пойду лучше в танчики поиграю. Ну, в танчике поиграл. В принципе, можно посмотреть. 5-0, да что-то слабенько. Я бы в свои годы еще лучше бы сделал. Давай, что ты? Куда ты отдаешь того, закрывай туда? Туда отдавай! Ты что творишь? Так, я это сам до того вернулся. Ну, 5-0, такой себе результат. Конечно, они бы могли лучше сыграть. Вот, посмотрим по следующей игре. Это еще фигня. Вот Уругвай, если 5-0. Я скажу, ну нормально, ладно. Это фигня. Обыграю 5-0, как будто там арабов. Я бы их 8-0 ушатал. Ладно. Пойду это, посплю лучше, чем на этих недоносков смотреть. В общем, ребят, вот такое вот у нас видео получилось. Надеюсь, вам очень понравилось. Я старался. Надеюсь, вам очень понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите в комментариях, какие игры или что вообще еще снимать. И... возможно, когда вы смотрите это видео, я уже, скорее всего, пилю очень интересные новости обо мне. Я надеюсь, я вам гарантирую. Вам очень понравится. Ну, а так, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите на колокольчик. И всем пока.